Ничто из того, что было сказано, не было существенно. Мы на другой стороне, обожженный дом в шинкаревском пейзаже, неважно куда, важно все равно мимо. Не было печали, и это не она, заблудившись с обеих сторон веретена. Я почти наугад произношу имена, действительность по-прежнему недостижима. Открывал все двери самодельным ключом. Я брал, не спрашивая, что и почем. Люди не могут согласиться друг с другом практически ни в чем. В конце концов, это их дело. Мне было нужно все сразу, а иначе нет. Образцовый нищий у галерей Лафайет. Я смотрел на эту ветку 45 лет. В конце концов, она взяла и взлетела. Словно нас зачали во время войны, словно нас крестили именами вины. И когда слова были отменены, мы стали неуязвимы. Словно что-то сдвинулось в млечном пути, словно сняли с плеч ножу, отпустило в груди. Словно мы, наконец, оставили позади эту бесконечную зиму.